там затемнение, у вас там сидит сущность в виде гномика. Вот. Хей, с вами петушок Нео Муравей. Давайте сразу объясню, почему петушок, почему не уходили ролики. Поехали. Начнем с выходом видеороликов. Во-первых, я прокекал. 3 ролика уже сразу готовых, и они просто не загружались на YouTube. Один не загружался на YouTube. А остальные мистическим образом пропали у меня с рабочего стола. Магия. Почему же петушок? Да все просто. Мы с моим другом Саньком, или Мистер Смайл, ссылка на него есть в описании. Он там снимает ролики, приколы. Можете его поддержать лайком, комментарием. И мы с ним поспорили, кто в одной игре, кто там первый умрет, тот петушок. Ну, умер я и стал петушком на целую неделю. Петушком я стал аж на 2 видеоролика, потому что они уже готовы, я их уже озвучиваю. Ну, один видеоролик вы уже видите. Все, думаю, с этим мы разобрались. Поехали к основному видеофрагменту. Одно из удаленных видео было о том, как мы переселяли муравьев вида Пермикария Брунея в новую пробирку, так как старая была довольно-таки грязная и в ней было мало места. Было решено переселить их в более просторную пробирочку, где они сразу же увеличились в размере. Буквально на следующий день появилось аж 3 муравья, и это очень даже хорошо. Корм они получают стабильно, и сиропчик тоже попивают. Сейчас муравьев 13, включаю матку. Из этого мы можем понять, что переселение прошло удачно, и муравьи начали наконец-то развиваться. Развиваться они будут очень быстро, по развитию они похожи чем-то на компоносника Брейсис. Они также быстро развиваются, но посмотрим за их развитие в следующих видео. Поэтому моя теория была верна, с переселением, что их надо переселить, им было мало места. Также ферма для этих муравьев уже готова, видео также не выйдет про это, как я делал ферму. Ну, потому что его просто удалили с компьютера, я не знаю почему, оно пропало. И как еще одно видео про Тетрамерум Бикринатум. Ну ничего, мы как-нибудь это переживем. Вам, наверное, уже надоело слушать мое нытье, и поэтому вы можете досмотреть это видео сами до конца, без моих комментариев. Сказать мне уже, в принципе, нечего, колония развивается, и все с ней хорошо, поэтому можете подписаться, поставить лайк. С вами был NeoMray, всем удачи, всем пока-пока. Thank you.